Меня зовут Лариса, я живу в городе Челябинске, я пенсионерка. В мае месяце прошла диагностику на приборе, который называется БРИЗ, интеллектуальный сканер. Нашла все вопросы на свои ответы по моему сезонному полинозу. Долгое время принимала антигистаминные препараты и не могла найти причину. Благодаря диагностике быстрой, очень интересной, удобной, понятной, просто было обнаружено огромное количество грибов плесневого вида. Приобрела в мае месяце вот такой уникальный прибурчик. Называется он BioMedicine. Легкий, красивый, удобный, доступный. В это лето антигистамины я не принимала. И рада, что никогда больше их принимать не буду. И многие вещи стали более простыми, доступными и понятными в плане здоровья. Сейчас я приобретаю такой прибор для своей мамы, кстати, 77 лет. Мы пользовались с ней вдвоем одним, но это уже не очень удобно. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми, активными, кататься на коньках, на лыжах, жить активной и интересной жизнью, присоединяйтесь.